ноу-хау в производстве окопных свечей. С виду ничего примечательного, обычная свеча, как видите. Но вместо парафина используется жир, который получается при производстве сыра. Это отходы, которые выбрасываются тоннами, которые нигде не используются. Попробовали залить в банку, сделали окопные свечи из них. Вот эта баночка горит очень хорошо в течение 5 часов. И не выделяет никакой абсолютно копоти и пахнет топленым молоком. Сейчас мы с вами попробуем поджечь одну баночку. И хочу сказать, что те, у кого есть в друзьях люди, которые занимаются производством молочки, ветер дует, можете обращаться к ним, берите на вооружение. Ветерок на улице, сейчас она разгорится. Пахнет топленым молоком. Прекрасная вещь. Берите на вооружение. Я считаю, что это существенное подспорье для волонтеров, потому что парафин стоит сейчас достаточно дорого. А это можно найти бесплатно там, где есть производство сыров. Вот такая вот штука. Вот так вот они выглядят, когда не подожженные. Все, вот так вот все будет. Так. Где-то вот уже полчаса времени прошло. Посмотрите, еще не сгорело практически нисколько жир. Ну я сказал, что 5 часов, да. И плюс вот сейчас ветер. Сквозняк, сквозняк, и ничего, работает прекрасно.